Я очень долго не могла найти себе мужа. И я чувствовала какой-то себя ущербной. Думала, что вот я такая вот страшная, с ушами. Но только в 30 лет, ну, в 29 я вот встретила и вроде почувствовала, что это, ну, мое. Когда он приходит домой, я спрашиваю, как дела? Он мне отвечает, не твое дело. Пойдем сходим в кино, в театр. На что Леша просто спит. Я плачу, каждый день плачу, потому что я жить больше так не могу. Что за трюк вообще женский? Я действительно искала одного, думала навсегда. Я на мужчин вообще смотреть не могла, потому что я их ненавидела. Надо выкинуть. Не могу наладить хорошие отношения с мужем. Мы часто с ним в последнее время стали ругаться. Очень сильно. Когда он приходит домой, я спрашиваю, как дела? Он мне отвечает, не твое дело. Мы только начинаем общаться друг с другом, мы начинаем ругаться. Я плачу, каждый день плачу, потому что я жить больше так не могу. Конечно, она плачет, и мне как матери ее жалко, что вот... Что не получается у нее. Не получается. Я очень долго не могла найти себе мужа. Я чувствовала, что они какие-то предатели, что верить им нельзя. Они меня потом бросят. Мне было 18 лет. Неожиданно как бы получилось, что я пришла домой. Папа открыл дверь, и там, ну, была другая женщина. Мне было очень плохо. Я потом ушла из дома, ехала в автобусе и плакала все время. На мужчин вообще смотреть не могла, потому что я их ненавидела. Хоть она уже и взрослая была, она переживала. Она как-то вошла в себя. Я действительно искала одного. Думала, что бывает один, идеальный навсегда. Только в 30 лет, ну, в 29 я вот встретила и вроде почувствовала, что это, ну, мое. Думала, что он идеальный. Даже стали жить вместе, это, конечно, ухудшилось. Вот сейчас даже прихожу домой, вот ребенок там у окна стоит. Муж вот так спит, одни ноги торчат. У нас заходит речь о том, что давай тогда разводиться. Но в то же время я боюсь остаться одна с ребенком. Вот его мама говорит, Лен, ну не торопись, ты пока при замужестве в статусе, а когда ты останешься одна, ты никому не нужна будешь. Ты не красавица. Я занималась бальными танцами с 5 лет. Мы делали в то время, ну, шишки. Вот нам делали, ну, как бы наверх завязывали. Меня все называли девушка с ушами. И я чувствовала какой-то себя, ну, ущербной какой-то, ну, не такой, что вот у меня уши торчат, я не, наверное, меня никто не полюбит никогда. Я думала, что вот я такая вот страшная, с ушами. Но сейчас периодически, естественно, я попадаю в такие ситуации, кто-то видит, ой, ты что, лопоухая там? Я опять в слезы ухожу, плачу. Сейчас, когда у меня с мужем опять проблемы, я опять об этом думаю. Не так тоже дома я хожу, одеваюсь. Я не вижу, что вот чувства есть, уже их нету. Я сейчас задумываюсь о разводе. Так жить невозможно. Сегодня у нас праздничный день, вернее, был он вчера. Но поздравляем мы нашу единственную, потрясающую, неповторимую девушку в кадре. Нашу Катю Веселкову, да. Катюш. С Международным днем женским. Но сегодня в студии ты не единственная у нас. Леночка, держи. Спасибо. С прошедшим тебя праздником. Приятно. Я сегодня немножко отдыхаю, правильно? Да. И поэтому Лена сама расскажет, почему она здесь оказалась, зачем она к нам пришла. В последнее время у меня очень ухудшились отношения с супругом. Я хочу как-то разнообразить нашу семейную жизнь. Говорю,
Леша, пойдем сходим в кино, в театр. На что Леша просто спит. Либо он меня разлюбил, я не знаю, что. Но вы спрашивали его? Я спрашиваю всегда. Ты меня любишь? Что за трюк вообще женский? Почему очень прямой вопрос? Ты меня любишь? И что он должен сказать? Нет или да, или что? И что тебе на это отвечают? Он мне отвечает, что да, иначе бы меня здесь не было. А что хорошего тогда есть вообще в ваших отношениях, что ты пытаешься их спасти, удержать и не хочешь говорить этому всему до свидания? Прекрасный ребенок, который у нас есть, мальчик. Угу. Я его очень сильно люблю. Угу. И ради него я на многое готова пойти. Ты мама – это одна твоя роль, а ты женщина – это другая твоя роль. А ты как женщина, ты сама хочешь быть с Алексеем, ты сама испытываешь к нему любовь, о которой ты говоришь? Да, я испытываю эту любовь, поэтому я борюсь до последнего. И это как бы моя последняя попытка, чтобы что-то изменить, потому что больше я так жить не могу. Ты пришла сюда как раз, чтобы начать с себя. Я хотела бы изменить полностью свой образ. Угу. Я знаю, что в какой-то степени на мужчин это действует. Может, он посмотрит на меня с другой стороны. Может, снова чувства вспыхнут. У меня с детства комплекс. Ушки немножко так, торчат. И меня все называли девочка с ушками. И я, когда уже более взрослую жизнь вошла, я никогда больше, не открывала свое лицо никогда. Я всегда стараюсь, длинные волосы, вот так. Ты же уже выросла, и ты понимаешь, что это не проблема. Это никак не повлияло ни на твою семейную жизнь, ни на твою работу, я убежден, ни на отношения с людьми. Где-то внутри оно все равно есть. С детства так и осталось? Да, где-то там. Давай тогда к другим моментам перейдем. И уже я вижу, что можно менять, потому что мой любимый леопард в сочетании с гипюром и с камнями. И еще с логотипами. С логотипами из камней и с лосинами атласными, украшенными камнями внизу и на ботиночках тоже камни. Это, конечно, то дурновкусие, которое заявка надо. Заявка на победу. Заявка на победу, да. Я так не смогу, я тебе сразу предупреждаю. Я готова к переменам. На самом деле, иногда не нужно кардинально все менять. Иногда нужно видеть свои достоинства и просто уметь их, может быть, подчеркнуть. А вот среди недостатков я считаю гардероб. И мне кажется, пора, мне хочется его увидеть. Заносить. Смотрите далее. Как же вот девчонки любят вот эти вот заколки для волос на бедро приколоть. Mm-hmm. И пошла королева бала, да? Ну что, где же она? Ой-ой-ой. Да, да, ребенку столько внимания, мне столько. Ну слушайте, друзья, выходи, выходи сюда. На облеске все вот на этом вот не ограничивается. Ну так как я танцевала, все было в камнях у меня, платье, костюмы. Так. Ну, у меня вот это, как бы... Позаимствовала. Да, на моей всей жизни. Не немножечко. Здесь у нас бусины, здесь камни, здесь, где нет камней, цепи, тут пайетки. И все это перемежается дальше уже одним единственным цветом, это черным. В чем ты хотела пойти в кино с ним? Как вот в кино, в театр? Ну, в платье бы я сходила вот в этом. Мое любимое, как бы если на какой-нибудь вечер там. Любимое платье. Да. Слушайте, друзья, я предлагаю мерить любимое платье. Вперед. Как же вот девчонки любят вот эти вот заколки для волос на бедро приколоть. Угу. И пошла королева бала, да? Ну что, где же она? Как же она долго одевается? Она одевается дольше, чем я. Дольше, чем я собирается. Ну что? Я не ошиблась. Вот тут складка, тут складка, тут отрезали складка, от талии складка, перед грудью складка, и еще внизу показалось мало. Сделали вот этот баллон, и все в складках. Вообще это свойственно девушкам за 50, у которых лишний вес, и которые вот складочками, они за складочками прячут свои природные складочки. У тебя идеальная фигура. Ты можешь позволить себе вот такое платье носить. Все остальное, откуда у тебя вообще вот эти замашки себя подрезать, драпировать. Девочки, когда я строго говорю, что я запрещаю вам носить блестящие камни, а сама при этом стою в камнях, скажете вы, да? То я ждал, когда ты наконец это скажешь. Почему я так говорю? Когда у тебя такой перебор, такая степень непонимания, ненахождения себя, отсутствия стиля, то в этот момент, конечно, мы будем работать очень жестко и запретительно. Нет леопардом,
Нет блеску, нет камням. А когда ты уже начнешь в этом немножко разбираться, когда у тебя появится чувство меры, тогда ты начнешь отличать уже правильные камни от неправильных камней. А потом по чуть-чуть уже учимся это правильно везде вкраплять и добавлять. Данные прекрасные. Мне одно удовольствие. Я потираю руки просто, как я буду подбирать тебе гардероб, потому что на такую прекрасную фигуру с таким прекрасным личиком, мне кажется, это просто получится все очень красиво и здорово. Готова ли ты на такие решительные меры? Вот, потому что будем действовать кардинально. Здесь не вопрос полумер. Да, я пришла к вам с тем, что я готова на все. Что беспокоит тебя? Расскажи, пожалуйста. Вот у меня внизу у десны тут темные треугольнички. Хотела, чтобы вы посмотрели. Сейчас я тебя попрошу улыбаться, чтобы я видел твои черные треугольники. Ты готова увидеть тот результат, который мы смоделировали? Очень хочется. Давай посмотрим. Вот что у нас получилось. Вау, какая красота! Неужели у меня будут такие зубы? Здесь предложено тебе закрыть твои черные треугольники так называемыми винирами. Угу. А но что это такое? Это цельнокерамические реставрации, которые наклеиваются пластинкой на зуб. Это можно делать на сегодняшний день без обточки. Хорошо, давайте, как вы скажете, так и сделаем. Отлично, поехали. Внешняя красота невозможна без ухоженной кожи. Улучшить ее состояние и исправить недостатки Лене поможет косметолог перезагрузки. Лен, привет. Здравствуйте. Я вот смотрю твою кожу, и мне кажется, что у тебя формируются гусиные лапки вокруг глаз. Особенно это заметно, когда ты улыбаешься. Может быть. Здесь нужно колоть бутулотоксин. Это препарат, который на время останавливает движение мышцы, круговой мышцы вокруг глаз, в результате чего эти морщинки разглаживаются. У тебя становится более гармоничный взгляд. И углубляется носогубная складка вот в этих местах. Я предлагаю ввести сюда натуральную гиалуроновую кислоту, которая уберет эти морщины и одновременно сделает тоже профилактику, потому что морщина не формировалась, не углублялась. Это будет смотреться более гармонично. Было бы здорово. Пожалуй, вот здесь тоже ты почему-то вместе с тем, что и улыбаешься, еще и хмуришься. Да, разные эмоции же. Не только да, улыбка. Давай мы их чуть-чуть так вот гармонизируем, хорошо? Давайте. Приступаем к нашему плану? Приступаем. Окей. Один из главных комплексов Лены – оттопыренные уши. Совсем скоро поводов для расстройства не будет, ведь Лена идет на прием к пластическому хирургу. Леночка, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна. Ну, расскажите, что случилось с вами? У меня с детства такая проблема, вот ушки немножко оттопырены. Угу. Мне так кажется, я хотела, чтобы вы посмотрели. Поближе ко мне. Поухость есть. Ушко мы прижмем к голове. А дальше я подошью специальные валики, и в течение целой недели придется ходить в повязочке из бинта. А дальше уже, в принципе, мы все снимем. Шовчиков не будет, потому что все разрезики, они делаются по задней поверхности ушной раковины. Я всю жизнь носила вот такую прическу и никогда не открывала, ну, ни хвостик. Я ничего не делала, потому что всегда стеснялась этого. И очень, ну, скорее уже хочу, чтобы это произошло. Я смогла носить разные прически, ничего не стесняться, не бояться. Чувствовать себя более уверенной в себе. Леночка, не волнуйся. Через неделю ты уже увидишь свое ушко, оно будет прижато, и мы уже, ну, через месяц ты будешь делать любые прически, какие захочешь, да? Спасибо большое. Лена, здравствуй. Здравствуйте, Андрей. Андрей Кухаренко, психолог. Расскажи, что в твоей семье случилось за это время. Муж немножко изменился по отношению ко мне. Раньше я приходила домой,
он спал, вообще даже не вставал, не встречал меня, ничего не происходило. Сейчас я прихожу домой, он уже занимается ребенком и ждет меня. Я прям удивлена. Вот как так произошло, что ты выходила замуж за одного человека, а потом он оказался вдруг другим? Я видела его другим. Знаков внимания было больше. После замужества это все исчезло. Прямо на следующий день? Ну, не на следующий прям день, но с каждым днем оно уменьшалось, уменьшалось и ушло на нет. Понятно. Но ты, наверное, слышала, что мужчины, а равные женщины в конфетно-букетный период ведут себя иначе. Конечно, я слышала. Так тебе стали меньше уделять внимания, и сыну уделяют внимания не так много, как ты хотела бы. Что ты конкретно, ты, Лена, будешь с этим делать? Ну, он думает, что, может, мы никуда не денемся, что мы, ну, все уже навсегда. Ты его хочешь напугать? Ну, не напугать, может быть. Он проснулся, а ровно дома никого нет. Я думаю, что он такой спокойный, знаете, сам по характеру, что его это, ну, не напугает. Думает, о, пошли погулять там, ну, или еще что-нибудь. Ну, так прошло 5 лет. А что ты сделала для того, чтобы Алексей стал тебе меньше уделять внимание? Я думаю о том, что я, ну, больше стала уделять внимание ребенку, так как он маленький, да. Но когда я задавала этот вопрос мужу, говорю, ты на меня обижаешься, то, что я с ребенком много времени провожу? Он, нет, нет, это не, ну, это не это. В принципе, я старалась. Знаешь, этот вопрос, мне кажется, не очень корректно задавать мужчинам, ведь тогда мужчина будет выглядеть еще более капризным ребенком. Да, и сказать, да, ребенку столько внимания, а мне столько. Я старалась очень, то есть равноценно распределять внимание. Ну, как-то не складывается. Тут сходила на передачу, приходишь, муж очнулся и с ребенком занимается. Лен, какую задачу хочешь решить за время участия в нашем проекте? Хочу, чтобы понять, как мне стать интересной для мужа. Чтобы он не, ну, никогда не терял ко мне интерес, чтобы он как-то всегда, ну, видел во мне эту интересную женщину, для которой ему хотелось бы что-то делать, творить, там, ну, жить. И не хотелось бы никогда там бросить. Там. А, спасибо, что пришла. Я хочу тебе пожелать хорошего дня. И мы с тобой увидим через некоторое время. И, пожалуйста, начни фиксировать, что ты стала делать иначе. Какой иной ты стала представляться супругу, что супруг вдруг стал иначе взаимодействовать с сыном и с тобою. Хорошо, я поработаю. До встречи. До встречи. Во-первых, рад тебя видеть. Я тоже очень рада. А во-вторых, скажи, пожалуйста, домашнее задание в какой стадии находится? Я поняла, что я стала более счастливой, потому что в моей жизни стало происходить что-то интересное для меня. Это и... Так и жизнь, она стала к идеалу стремиться, да? К идеалу? Ну, конечно, не к идеалу прям. Так стремиться. Я всегда стремлюсь. А ты познакомилась с первым мужем, и он тебе казался... Ну, моим идеальным мужчиной, которого бы я хотела видеть рядом мужчиной, с собой. А потом что-то произошло. Да. Слушай, а тебе как сидится? Качается, может, чуть-чуть. Ну, не идеальный, да? Ну да, не идеальный. Ну, встань, пожалуйста. Не очень идеальный? Нет, можно разбивать. Ну, выкини тогда. Иногда от неидеальных вещей можно избавиться. Хорошо. Второй муж казался... Тоже идеальным. Присаживайся. Практически. А как она тебе, кукла? Глазик немножко сломан. И рука какая-то, ну, не да. такая. Давай выкинем все тоже это выкинем. Дело. Ну, давай, да, тоже все это туда выкинем. Туда надо? Ну, я не знаю, куда ты выкидываешь. Ну, раз туда все выкидывали. Давай туда. И вот получается, что есть некая закономерность в твоих отношениях. Ты встречаешься,
отношения идеальные, потом что-то происходит, и отношения становятся иными. Ты как считаешь, стремление к идеалу позволяет видеть реального человека? Или... Нет, в плане того, что реального не позволяет, но позволяет стремиться к чему-то. Да, но реального человека не позволяет. Нет. Вот когда ты не видишь реального человека, ты ограничиваешь себя в выборе каких-то возможностей. Да, ты же реального человека не видишь, а видишь, ну, какой-то идеал. Образ идеальный. Да. Да? Все-таки это ограничение, правильно? Да. И давай прямо сейчас ты себя сама ограничишь. Это же твои ограничения, а не мои. Вот тебе скотч, я его любовно приготовил. Ты с такой радостью выбрасывала стул, выбрасывала куклу. Мне кажется, моя гипотеза верна, что если идеал далек, то проще с ним расстаться. Вот, например, мизинец, да, он вроде бы идеальный, вроде бы. Но если там с помощью нехитрой манипуляции, он перестает быть идеальным. Согласна? Да. Ну, смотри, грязный, да? Твои предыдущие любовные отношения показали, как ты поступаешь, когда предмет перестает быть идеальным. Ты от него избавляешься. Давай. Не, ну от ногтя-то не надо. Почему? Не, ну это же живое. Но дело в том, что ноготь является частью руки, правильно? И получается, что кисть от него тоже становится какой-то вот такой вот, ну, не очень. Можно обрезать. Ну это же живое. Ну как, вы уничтожаете человека как существо. А я же просто с ним расстаюсь. Ну и по идее нужно отхреначить всю руку. Ну зачем? Это же часть меня. А муж – часть семьи, не, ну это... и, правда, который перестал быть идеальным. Елена регулярно проводила параллели, что вот моя рука – это моя рука, а мой муж – это мой муж. Представьте, как изменилась бы жизнь в семье, если бы каждый член семьи относился к своему партнеру как к части своего тела. Разве хотелось бы причинять ей боль? Ведь даже... Ударив по ногтю, боль-то чувствует все тело. Каждый орган орет: «Мне больно». Смотрите далее. Мозг поражается. Голова уже тоже не идеальна. Согласна? Надо выкинуть. Ранее в программе. Я очень долго не могла найти себе мужа. Я чувствовала, что Никита предатель. Только в 30 лет, ну, в 29 я вот встретила и вроде почувствовала, что это, ну, мое. Думала, что он идеальный. Пойдем сходим в кино, в театр. На что Леша просто спит. Ну и, по идее, нужно отхреначить всю руку. Ну зачем? Это же часть меня. А муж – часть семьи. Не, ну это... И, правда, который перестал быть идеальным. Это часть меня, а муж – это, ну как, это же не часть тела, это же, ну, другой. А как это? А что же это такое? Хрена себе. Это как это? Муж с тобой жил, верил тебе, надеялся на тебя, а потом что-то произошло, он перестал быть идеальным, да? Вот сначала вот мизинец показался неидеальным, потом это показалось неидеальным. А потом, ведь смотри, порча же, она идет дальше же, согласна? Она идет дальше. И поражает все тело, и мозг поражается. Голова уже тоже не идеальная. Согласна? Конечно. А ее, соответственно, нужно обрубить и выбросить на помойку. Что ты, в принципе, и собираешься сделать. Ты же что ему там угрожала разводом, правильно? Ну, давай его выбросим на помойку. Надо выкинуть. Вы изобразили, как я это хотела сделать, что ли? Ну да. Но я же не говорила, что его выброшу на помойку. А как это выглядит? Я хотела расстаться. Да, выбросить. Но вдруг перед тем, как выбросить, ты зашла на перезагрузку. В твоей ситуации поиск идеала ведет к тому, что ты людей на помойку выкидываешь. Я искала какие-то ходы и выходы. Думала, что ваша программа поможет мне в этом. Ну, помогла? Помогла. А в чем тебе программа помогла?
помогла в том, что у меня появились какие-то, ну, какое-то занятие. Ну, чем-то я стала заниматься. Ты стала заниматься, да. Согласна? А муж, он устроился на какую-то другую работу? Нет, он не устроился. Нет, просто он стал больше стараться. И ты передумала разводиться? Да, я хочу дальше пожить и посмотреть, что будет дальше из этого. Потому что вот, пока я на программе, это одно. А когда она закончится, еще неизвестно, как он будет себя вести. Конечно, неизвестно. Дальше. Просто, пожалуйста, помни, что когда ты стремишься к идеалу, ты обрекаешь себя на одиночество. И что для тебя любовь? Взаимопонимание. Иногда же путь к взаимопониманию ведет к непониманию. Что делать-то? На помойку? Нет, искать выходы нужно, починить там, что-то сделать как-то. Пошли чинить. Пойдем. Пойдем чинить. Я поняла, ну, в очень привлекательной степени, что так делать нельзя. Что бывает в мире идеального? Или какая погода для кого бывает на 100% комфортная? Иногда идет снег, иногда идет дождь. Иногда гололед. Это же как и в отношениях. Иногда больше близости, иногда люди вдруг становятся чужими. И что тогда делать? Расставаться, выкидывать как ненужную мебель своего партнера или делать что-то для преодоления конфликта? Привет, дорогая. Привет. Привет. Ну что, сразу будешь подсматривать? Да, очень хочется посмотреть на свой новый гардероб, даже не верится. Я думаю, может, ты увидела изменения во мне, нет? Я такая счастливая, я могу делать себе хвостики. Представляешь, как к твоим новым аккуратным ушкам теперь подойдет твой новый гардероб? Очень хотелось бы посмотреть. Ну что, у тебя появляется правильное платье, я бы сказала, с графичным, геометричным и даже этническим принтом, очень ярким, с кожаными кармашками. На него надеваем такой жакет-пальто, кстати, очень такой тяжелый. Угу. Держи. Черные лодочки. Ты как к каблукам, девушка, привычная? Хорошо, то да, есть, очень привычная. То есть ты не придешь ко мне, ковыляя. Красиво. Ты придешь красиво, отлично. А я помню, ты же, даже мы когда мерили, ты вставала в какой-то позиции. Третья позиция. Ты как? Научи меня. Вот. Одна нога чуть-чуть повернута в сторону, вот, а вторая посередине. Вот так. Да. И вот я в третьей спинка позиции. Да, ставишь. Очень красиво. Отлично. Так, ну что, возвращайся ко мне, я тебя жду. Спасибо, сейчас вернусь. Ты прям как по подиуму идешь. Да, стараюсь. И сразу в третьей позиции. Да. Это тренд, который продолжает быть актуальным в этом сезоне. Это так называемая геометрия. А здесь мы совместили даже два геометричных принта. То есть на платье у нас один в поперечную полоску. Mm-hmm. И черно-белый принт нашего прямого жакета-пальто. Они пересекаются, но тем не менее, видишь, они не подобраны так, как будто бы раз у нас на платье есть красное и голубое, значит, мы должны попасть в тон и надеть красное и голубое. Хотя это тоже было бы здорово. Мы поступили гораздо смелее. Мы совместили два достаточно агрессивных принта. Поэтому, девочки, обращаю ваше внимание, не подбирайте все примитивно в цвет. Вижу красненькое, сверху надеваю красненькое. Не бойтесь совмещать геометрию с геометрией, потому что сейчас дерзость в моде. Давай теперь немного уйдем от агрессии и будем играть уже в женственность, пастель и пудру. Ворсистое, пушистое пальто, нежного уже оттенка, пастельного. У тебя появляется вот такая блузка в горошек такого же оттенка. Но ее ты наденешь под свитшот. И так как у тебя прекрасная фигура и достаточно роста, как раз тот самый случай, когда мы можем позволить себе балетки вместо каблука. Держи, это тебе привычная форма после танца. Точно. И такая тоже в цвете драгоценных металлов, бронзово-золотая сумочка у тебя появляется. Так, подожди, я тебя хотела отправить без брюк. Хороша бы ты была. Очень. Держи, у тебя появляются вот такие брюки. Так что теперь, надеюсь, у тебя пазл сложится. Приходи ко мне. К
как мне нравится этот образ. У меня есть любимые образы для моих девочек. И вот этот какой у меня нежный. Самый, да, он получился очень нежный. У нас с тобой здесь нежный цвет. Голубой, который мы обыграли везде. И в блузке, и в пальто, и в свитшоте он прослеживается в разных оттенках. От голубого до сиреневого. Но мы играли в разные стили. Здесь у нас горошки, которые с такой немножко ретро-женственной территории, да. Пальто у нас классическое, такое с длинным ворсом. Свитшот, наоборот, спортивный. Джинсы, которые у нас здесь выглядят как классические брюки, совершенно нейтральные. И все это мы подчеркнули золотом, но достаточно сдержанно. Ты знаешь, наверное, у нас с тобой не было такого образа, который был бы таким немножко спортивно-космически агрессивным. У тебя появляется вот такая узкая трикотажная юбка-карандаш. Такой вот спортивный широкий жакет без пуговиц. И вот такой широкий топ-футболка. Необычно? Очень необычно. Держи, и здесь мы уже наденем с тобой каблуки. И еще у тебя появляется тоже такой вот клатч, но он, скажем, непривычен тем, что он на грани со спортом. Он очень контрастный, с большим количеством отделки и прострочек. Поэтому держи, он отлично сюда тебе впишется. Попробуем. Пряди распустила уже. Да, ты же сказала, что я теперь могу и так, я решила поэкспериментировать. Ну и как тебе твой эксперимент с новым образом? Ой, очень мне нравится. Так подчеркивает меня прям. Смотри, главный секрет этого образа заключается в том, что здесь, наверху, мы позволили себе достаточно объемную форму. Мы никак как будто бы тебя не подчеркнули, просто надели такой жакет нараспашку. Но раз мы надели верх, который выглядит немножко бесформенным, тогда наш низ должен быть уже по фигуре. Как ты себе на территории спорта? Ты себя чувствуешь причастной к Олимпиаде, в конце концов? Ну, причастной еще не чувствую. Так. Но я всю жизнь занималась спортом и бальными танцами. Сейчас вот йогой занимаюсь. И сыночек маленький, тоже его стараюсь, чтобы он бегал там за команды. Тоже в спорт его вот стараюсь привлечь. Слышишь, какая ты теперь модно спортивная мама. То есть я тебя поздравляю с тем, что у тебя не просто спортивный какой-то появился образ. Это же не спортивный плюшевый костюм, с которым я борюсь. Вот, еще если на него насыпать камней, то это вообще будет вопиющее зло. А у тебя такой фэшн-спорт, у тебя подиумный вариант спорта. Ну что, Лен, я тебя поздравляю с твоим новым гардеробом. Мы оставим это, когда у тебя уже все-все-все-все-все будет красиво и безупречно. Сейчас нам не хватает для этого еще многого. Не хватает макияжа, не хватает прически. Поэтому немедленно переодеваемся и идем с тобой к Жене. Хорошо? Давай, да. Пойдем? Женя, привет! Здравствуйте! Евгений Седой, ультрамодный парикмахер. Куколку-балетницу привела тебя. Я помню эту осанку, ее ни с чем не перепутаешь и ни с кем. Мы выучили даже третью позицию. Да. Мне кажется, вы всегда умели вставать в нее. Ну, я закрепила. Ну что, держи. Передаю тебе. Новые ушки у нас. Мы теперь можем делать вообще все, что захотим с ними. Кажется, на этом месте я вас оставлю. Уже началось ваше таинство, что вы выберете. Хорошо, договорились. Я вас оставляю. Так, давай посмотрим, Лен, на твои волосы. Они у тебя натурального цвета. Да, правильно? Я не красилась. Единственная проблема в том, что они достаточно тонкие. Но за счет того, что они вьются, мы можем, в принципе, создавать практически любой объем на твоих волосах. Опять же, форма лица достаточно вытянутая. У тебя любой, даже самый утрированный объем не будет выглядеть на тебе искусственно. Угу. Ну, скоро ты во всем этом сама убедишься. А сейчас я хочу приступить к работе. Леночка, привет! Здравствуйте! Здравствуй, Женечка! Здравствуй, Юр! Юрий Столяров, звездный визажист. Ну что, не видишь ты ничего? Конечно, как ты увидишь, ведь все наши основные преобразования сейчас скрыты шапкой, к сожалению. Ну, показываем. Но это на время. Прекрасно. Шикарно, я бы даже сказал. Но на самом деле я не видел проблемы раньше, Лен, честно. Только я стала себя по-новому видеть, мне это очень нравится. На самом деле я согласен с Леной, потому что вот эта ее особенность в виде оттопыренных ушей давала серьезные ограничения в создании нового образа. И она была заложницей того, что она всегда обязана была маскировать свои уши оттопыренные.
Леночка, я тебя абсолютно, на самом деле, поддерживаю в стремлении к совершенству. Спасибо. И сейчас мы с тобой пойдем в мейкап-студию для того, чтобы закончить это преображение, для того, чтобы подчеркнуть твою красоту, для того, чтобы закончить тот интересный очень образ, который начал Женя здесь. И образ будет действительно по-настоящему смелым и интересным. Это я тебе обещаю. А хорошо. Если вам не хватает смелых и интересных образов, и вы не знаете, как их найти, приходите, пожалуйста, к нам на перезагрузку. А адрес для записи на кастинг вы видите вот здесь, на экране. Леночка, пойдем. Пойдемте. Наша дорога на пути к совершенству услана практически лепестками из роз. Что сказал? И солнечного света. Да-да. Идите. Леночка, ну, добро пожаловать. Присаживайся, пожалуйста. Боже мой, как ты красиво садишься, встаешь. Какая у тебя потрясающая походка. Спасибо большое. Мы, конечно, будем делать очень свежий, очень нежный макияж, который поможет тебе, ну, во-первых, зрительно немножечко расширить лицо, сделать лицо свежим, ухоженным. Ну, и это, конечно, подарит тебе, я уверен, абсолютно новые ощущения от своего внешнего вида. Я уверен, что ты так же, как и я, будешь получать эстетическое удовольствие, глядя на себя в зеркало. Теперь только нужно усиленно питаться, красиво краситься и ухаживать за волосами, да? Смотрите далее. Страшно, у меня бьется сердце. О боже! Это не я. Узнал, узнал. Сейчас. Нет. Леночка, сейчас твоя кожа выглядит ровной и гладкой, потому что современными тональными средствами добиться такого эффекта, в общем-то, несложно. Но мы с тобой прекрасно понимаем, что прежде чем маскировать недостатки, их нужно сначала лечить. Не хватает одного только меня, человека. Без меня он невозможен. Да. Давай я быстро посмотрю. Лен. А, Лен? Да. Ну что, расскажи, о чем ты думаешь. Не знаю, мне страшно, у меня бьется сердце, и я переживаю, что же там такое. Хочешь увидеть себя уже? Еще нет. Еще нет. Давай поговорим, мы никуда не торопимся. У нас еще все воскресенье впереди. И потом ты себе не представляешь, как красиво это выглядит. Нет. Не только звучит. Все, я готова. Раз, два, три. О боже, это не я. Ну что, друзья, сегодня мы ждем перевоплощения Лены Смирновой. Оно уже состоялось, мы его больше не ждем. Мы ждем демонстрации. Но это мы не ждем. А вся страна как ждет. А еще ждет не только страна, а и супруг. Алексей и сынишка еще ждет, Николай, правильно? Да. Он же буянит и ждет, когда выйдет мама, правильно? А вы представьтесь, пожалуйста, кем меня зовут Юля, а я сестра. И Андрей, вы пришли вместе? Муж Юли. Отлично, то есть все родственники сегодня, вся большая семья в сборе. И какие качества спровоцировали ее обратиться к нам? Она человек творческий, квн-щица, танцами занимался. Ну, видимо, каких-то перемен захотел в жизни. А каких? Есть? Для любых перемен есть причина. Что-то в ее жизни, видимо, устоялось и остановилось. То есть ей скучно было с вами вместе под одной крышей. Не хватало, стыдно, может быть, признаться, но, видимо, так оно и есть. А какой бы вы хотели сейчас ее увидеть? Чтобы ахнуть. Ну, мне кажется, что-то в стиле 30-х годов, что-то короткая прическа. А предлагаю больше не интриговать и пригласить Лену. Тем более, когда столько много ожидающих, и самый ценный ожидающий тоже, наверное, хочет увидеть свою маму. Ну что, приглашайте тогда, я думаю, вам передать эту миссию. Леночка, мы ждем тебя. Выходи, пожалуйста. Хочется спросить у самых близких. Слов нет. Коль, так вообще не узнался, да? Кто она?
не узнала. Не мама? Как это не мама? Узнал, узнал. Сейчас. Нет. Пойдешь к маме? Нет? Ой, сладкий. Ну что, у вас было как раз 2 секунды очухаться. Как вы? Сногсшибательно, феноменально. Нет слов просто. Очень красиво. Как вам сестра? Очень-очень красиво, очень круто. Очень плачете от чего? От счастья. От счастья? Скажи ты, Лена, как ты сама себя ощущаешь? У меня от передачи очень много эмоций я получила, разных. Позитивных, экстремальных, и которые мне поразили. Когда ты увидела себя первый раз в зеркале, что у тебя пронеслось в голове, о чем ты подумала, и привыкла ли ты к себе такой сейчас? Ну, еще пока не совсем привыкла, а подумала, что это не я. Я увидела, ну кто это? Это вообще не я. Я вообще не похожа на себя. Ну что, добро пожаловать в мир красивых девушек. Да, добро пожаловать. Про внешние перемены поговорили. Ты рассказывала о том, что тебе очень недостает внимания, что у тебя такая изменилась ситуация в семье. Она для тебя очень чувствительна. И ты даже произнесла слово «развод». Ну, мы будем называть вещи своими именами, поэтому я не боюсь его повторить. Что сейчас ты скажешь по этому поводу? Я стала другой приходить домой, какой-то, ну, более интересной, счастливой. Я даже подумываю о том, чтобы найти себе еще какое-то занятие. Ну, вот после эксперимента я поняла, что мне не надо искать идеального, ну, человека, что рядом со мной действительно достойный муж, что мне нужно пересмотреть, ну, свой взгляд и смотреть его глазами, ну, на какие-то ситуации. И не придираться. Человека. Да, меньше спасибо придираться. Мы спасли еще одну семью. Все. То есть меняется оптика, которую ты смотришь на того же самого человека, на события. То есть, Андрей, ты просто, как это сказать, поменял линзы, очки или что? Мировоззрение. Протер. Они запотели там. Во время перезагрузки я вспомнила свою молодость. Небольшая такая зарисовка танца, которую мне перезагрузку напомнил. Я сейчас чуть-чуть покажу, ну, как бы вот, что у меня в голове происходит, но своим танцевальным языком, да? Хорошо. Ну, что ты чувствуешь, скажи, какие у тебя вот сейчас вот самые близкие вот к сердцу, к душе эмоции? Такие перемены, что я куда-то бежала, к чему-то стремилась, вот это все было. А потом вот я поняла, что нужно успокоиться, остановиться и просто наслаждаться вот жизнью рядом с человеком, которого ты любишь. И периодически протирать окуляры. Да. Все, счастливо, Лен. Спасибо вам большое. Вам счастья и спасибо. Будьте счастливы. Спасибо. Удачи вам. До свидания. Пока. Перфекционизм, вот просто он чувствовался сразу вот с первой встречи, а он же и такой родственник категоричности. И вот это, наверное, было самое главное, с чем было сложно бороться. И когда Лена вышла такая умиротворенная, спокойная, мудрая, разумная, когда она сказала, что мне самой надо по-другому смотреть, я неправильно смотрю на вещи, тут я поняла, что, в принципе, ей и самой собой такой будет проще. И других людей мир принимать тоже легче. Поэтому ее слова, они были настолько долгожданны, видимо, и для супруга, что он нас даже поблагодарил. И для нее самой были открытием, потому что это такая вот перемена, которая произошла, и, наверное, самая очевидная. Я себя сейчас чувствую более интересной, новой. Я вижу, как на меня смотрит муж. Я вижу, что он как будто бы смотрит на другую женщину. Ну, и мне это очень приятно, что в его глазах сверкает, его глаза, глядя на меня. Ему это, ну, мне это нравится, ему нравится. Я уверена, что это еще, ну, большая волна наших взаимоотношений. Да вот такой я загадочный, просто вообще.
Давай, без нравись. А без брюк было бы красиво. Вот сюда, вот сюда, вон он выход. Муж, туда, нифига, сейчас выйдет там кто-то. Слышишь? Кузнечик? Он меня представил? В следующей программе. Либо я ребенок абсолютный, либо мне кажется, что жизнь уже прошла, я вообще старая тетка. Мы надули губы, нас обида. Ни с кем я не могу найти общий язык, ну не получается, вот, как будто я какая-то другая. Мам, а со мной никто не дружит. Я хочу перестать носить очки, потому что мне кажется, они меня просто уродуют. То, что ты унылая, занудная девица, это как-то совершенно понятно и очевидно. А давайте скажем все 3-4, Олеся, иди. Ну я хочу взять вместе сама, куда-нибудь подальше, вообще.